В данном комплекте при детектировании протечки датчиком отправляется команда закрытия на сам кран по ассоциации, а на контроллер приходит уведомление о том, что произошла протечка. Учитывая, что на контроллер приходит только отчет, то система является автономной, и система сможет перекрыть воду, даже если контроллер отключен. Также система не откроет кран обратно, когда протечка исчезнет. Сделано это для безопасности. Кран всегда можно будет открыть либо при помощи кнопки на самом ГР-105, или через интерфейс умного дома.